Там не надо. А как? Сверху хотя бы дать. Слышишь? Она платочек забрала. Подай платочек. Я подпираю его. А где полотенце? Мыло здесь? Мыло есть? Мой. Ну ты сильно-то не щекоти же. Он боится щекотки до утра. Поэтому это не для нее испытание. Все, это для него испытание. Так, пойдем. Нет, пятки отмывай. Да все чисто. Нет. Покажи пятки. Ты что? Грязные. Поближе ты пододвинь. Ты что? Конечно, еще надо мыть. Вот так. Сереж, ну... Да я не могу. А почему вы вам спать оставили? Чего вы поворачиваете? Ну туда ногу спустили. Я обмею, смотрите, какого у нас, какие нас пауты там кусали. Это ему испытание, он боится. Ладно. Ну давай вторую-то спускай, пусть мокнет. Давай вторую, эту пока пускает мачеха. Да. Во, молодец. Попробуй тоже. Она там, а вот смотрите, он видит. Какие ножки царь на ноги моет, чтобы ты всю жизнь вот так не мыла. Да, даже много нет. Красотка. Помнишь, когда вы еще первый раз этот, Катя, про приехала, про вы там... Про кроссовки ничего не сказано. Про кроссовки нет. Главное, что... Видать, ему так... Было, Людочка, видать, ему так грязь деревенская понравилась, он ее прям не хочет смывать. Давай, давай, доставай. Не, не доставай, так сама пусть. Так, здесь хочет. Ваня, давай быстрее. Ты выше можешь ему помыть? А мы не молились. Вы еще не кушали? Мы не кушали. Ну, сделай, видишь, как жена моет ноги. Видишь? На траву ставь только, на траву. Или на окрасить. Да, чисто. Не знаю, женщин спроси. Чисто. Вытирай. Сама выйди. Домой хотела уйти. Ага. А носки нету, носки есть. Давай, там, носки, да, носки? Да. Нет, носки он сам одевает. Ему так понравится. Все? Все, пусть будет это. А чем тебе кроссовки протереть? А кроссовки-то ничем не протирать. Да. У них снова за это. Если не протрет, они потом пыли еще больше. Снова там белое мыло. Водичку он сам вынесет, в траву выйдешь. Вон туда в траву выйдешь, ладно? Еще ты их. Вообще.